Жертвами фейковых туркомпаний стали трое жителей Петропавловска. По словам полицейских, в социальных сетях они наткнулись на страничку с турами на порядок дешевле, чем у других компаний. Заинтересовавшись, решили отправить предоплату. Вот только вместо отпуска получили разочарование. Как только мошенники завладели деньгами, сразу перестали выходить на связь, говорят полицейские. Мошенники стараются убрать комментарии к своим публикациям. Потому что в дальнейшем, чтобы не было каких-то негативных отзывов от других пострадавших людей, подписчиков, как правило, очень легко накрутить. Нужно смотреть, когда первая публикация была на этой страничке. Как правило, мошенники все равно вот эти странички, они долго не действуют никогда. Мошенников сейчас ищут. Правоохранители говорят, несмотря на то, что счета для перевода средств были казахстанские, они оказались транзитными, и организаторы находятся не в нашей стране. По словам представителей туркомпании, проверить мошенников можно, просто позвонив им. Чаще всего они не ответят или скажут, что находятся за рубежом. У честно работающих туркомпаний всегда есть представительство на территории нашего государства, и клиенты могут забрать договор сами, попросить знакомых или послать курьера. При этом аферисты предоставляют поддельные договоры и название ИП, которое также можно пробить в интернете. Чаще всего название на печати другое. Не стоит доверять и низким ценам. Если вы, допустим, прозваниваете 2-3 компании и вам дают скидку на 30-40% ниже, чем средняя цена по рынку, то, естественно, это мошенники. Это первое. Признак. Если вам дают какие-то нереальные подарки, турагентство не зарабатывает 50% с тура, у них очень небольшая маржа. Дешевые туры только горящие, говорят туроператоры. Именно поэтому доверять следует проверенным фирмам. И важно проверять отзывы о туркомпаниях в интернете, либо от знакомых вам людей. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».